Судебно-председательственном процессе была прекращена неизвестность участника судебного избирательства адвокатом Белова Максима Николаевича, ранее представляющимся сотрудником ФСБ. По данному факту, Тульской областной адвокатской палаты в отношении адвоката Белова вынесено предупреждение. В этот же день был удален на зал судебного заседания Гражданин Петров Роман, более известный под кличкой Немец, за открытое высказывание в отношении его подзащитного Волкова. Согласно пояснению Волкова, в зале судебного заседания неоднократно присутствовали спортивного вида молодые люди, являющиеся приближенными Дудки. Кроме того, в процессе судебного разбирательства стало очевидно, что судимый Дудка, будущий губернатором Тульской области, отказывал непосредственное влияние на предварительное расследование, формируя свою алию, а именно непосредственно подготовку свидетелей Киселев и других к допросам в Следственном комитете. Основание сборной считает, что имеется достаточно оснований при условии путем третьей части 5 статьи 97 УК РФ для избрания отношений к судимому Дудке, меры пресечения и исключения по праву содержания СИЗО номер 1 по всей России по Тульской области. Приложение колонны давления номер 365 на том месте. То есть у вас ходатайство, наверное, об изменении отношения к судимому Дудке меры пресечения? Да, ваша честь. Что за это, наверное, ходатайство? Пожалуйста, я посоветую ваше мнение по данному вопросу. Я поддерживаю. Поддерживайте. Так, пожалуйста, подсудимый Дудке, желаете высказаться по поводу заявленного? Да, ваша честь, конечно, это соответствует действительности, полная глупость и провокация, очередная провокация в отношении. Так, мнение защиты. Я немножко в шоке от такого бредового, честно признаюсь, заявления, поскольку оно дано защитникам. Если мы откроем закон, защитник должен защищать и представлять интересы права людей, граждан, быть независимым советником. И кому-то арестованы по ходатайству защиты. Ну, извините, это нонс. Такого в истории страны не было. Значит, Панкратов решил окончательно поправиться в городе Тульна, наверное. Потому что самого незаменимого адвоката, который сотрудничает с сотрудниками ФСБ, наверное, нет тут больше. Наверное, в стране нет таких адвокатов. Дело в том, что обвинения абсолютно огульные, необоснованные в отношении молодых людей. Журналисты постоянно здесь находятся и видят всех этих людей. Они, турики, наверное, знают, кто эти люди и что они себя представляют. И где доказать, что они имеют отношение к Вячеславу Дмитриевичу, абсолютно нет таких данных никаких. Далее. Что совершенно поверение на товарища? Я, честно говоря, объективных данных не знаю, сочувствую, если оно было действительно совершено как защитнику, как человеку. Вот. Но с другой вашей стороны, я считаю, что действительно провокация допущена была, поскольку Вячеслав Дмитриевич и мы конструктивно работаем. И я так понимаю, что сотрудников ФСБ не устраивают доказательства, которые здесь звучат, а то есть отсутствие он доказательств в отношении виновности. Поэтому был придуман такой ход. С этим мы сталкиваемся в истории и практике ничего часто. Далее, в отношении молодых людей никаких данных нет. А в отношении причастности, я думаю, полиция разберется, кто причастен к вашему нападению, поверьте, Вячеслав Дмитриевич, к этому абсолютно никакого отношения не имеет. И я считаю, что ваша честь, что в данном случае каких-либо оснований для изменения меры пресечения нет. Вячеслав Дмитриевич выполняет свою меру пресечения под домашний арест. Это первое. Во-вторых, он не скрывается, таких оснований нет. Не пытается проверять на участников уголовного на производства, не пытается устранить какие-то доказательства. Работаем в конструктивном порядке, поэтому ошибки. Я считаю, что абсолютно надуманное, необоснованное ходатайство вызван сотрудничеством товарища Панкратова с сотрудниками ФСБ. Ну, это плохо, извините, да. У нас из СКОНУ также сотрудничаем, расписываем материалы дела и вот, и поэтому прошу отказать. Это необоснованное и абсолютно надуманное. Вы желаете высказаться? Я? Да. Да, пару слов скажу. Спасибо. Ваша честь. Ну, я, конечно же, прошу удовлетворение данного ходатайства отказать в связи с тем, что оно является абсолютно необоснованным. С моей точки зрения, конечно, я не буду обсуждать там поступок адвоката. Мой коллега тут, по-моему, как бы его оценил. Да, но, насколько мы знаем, в соответствии с законом, основания для изменения меры пресечения, значит, это пресечение уголовного социального кодекса. Вот в этом заявлении... Основания, которые предусмотрены законом, не перечислены. Насколько я помню, я думаю, помню все участники процесса, значит, Вячеслав Дмитриевич находится под домашним арестом. Соблюдением условий домашнего ареста, значит, возложен надзор за этим, возложен на органы ФСБ. Насколько я понимаю, значит, никаких нареканий со стороны органов ФСБ о том, что Вячеслав Дмитриевич как бы нарушаешь или еще каким-то образом не исполняет возможное на него обязательства, значит, суд не поступил. То, что там адвокат говорит о каких-то тут лицах, которых никто не видел, или там о каких-то адвокатах, которых выгнали, да, ну, с этим, наверное, пусть разбирается адвокатская палата. Что касается там учиненных ему травм, да, ну,
Я считаю, что если уже он подал заявление в органы милиции, там должна быть проведена проверка, да, по результатам проверки вынесено какое-то определенное разрешающее постановление, и в соответствии с этим постановлением лица, если они будут установлены, если они вообще имеются виновны, будут привлечены к уголовной ответственности какой-либо иной. А ссылаться на то, что там как бы высказывают свои предположения, что там как-то связано с Александром Дмитриевичем, ну, мне кажется, это его, в общем-то, фантазия. А фантазии кого-либо из участников процесса никогда не являлись основанием для изменения или избрания той или иной меры пресечения. Значит, мы полагаем, что в настоящее время достаточно постановлений для изменения меры пресечения подсудим будут применять. Кто попадается сейчас в этом решении?